Звоню тебя поздравить. Ты же зарплату получила, я только что увидела сама. Правда, маленькую. Это что? Еще бы было 10 баллов, твоя группа набрала, ты бы получила ровно 720 рублей. А пока что там у тебя маленькая, но она у тебя на счету лежит. В мой счет можешь посмотреть. И еще у тебя не потрачено 51 накопительный балл. Вот при следующем заказе, они, если заказ в этом каталоге, ну ты делала в этом каталоге, нет еще? Что делала в том году? В этом каталоге ты заказ не делала еще? Ну, не смотрела, мы с Мурей едем, 2 недели у нас не было. Да, просто еще каталог до 22 числа, время есть, там у тебя, ну иначе он просто сгорает. Будешь заказ делать, на 51 балл можешь несколько подарков выбрать любых. Там шампуни, чаи, что хочешь, зубные пасты. Ну-ка, бесплатно. А рубль, да? Да, сейчас сделали их за рубль бесплатно, раньше вообще были. Ну, по законодательству там что-то такое. Вот. Значит, 51 на 15 поделить, сколько это подарков можно забрать? 3, да? 3 подарка. В общем, там не забывай, Faberlic Club в промо-акциях будет зеленая вкладка, и там выбери их, ладно? Не забывай. Я зайду к тебе в личный кабинет, тебе напишу, хорошо? Просто да. На дороге кнопки слышу. Ага, зарплата спишется автоматом. Ага. Слышишь? Что зарплата? Зарплата спишется автоматом. То есть заказ будет дешевле тебе. Помимо скидки, еще зарплата спишется. А там я в личном кабинете ее не увижу? Увидишь. Мой счет. Увидишь, да? Да. Ага. Ну все, давай. Спасибо давай. Большое, давай. Пиши, спасибо. Пока. Давай, пока. Угу. Хотела тебя поздравить, твоя группа 550 баллов аж набрала. Я вообще не понимаю, что ты не делаешь 50 и не делаешь, не забираешь зарплату 720 рублей. На тебе лишнее? Нет. Вот. А, подожди, фу, 720 говорю. От 3000 у тебя зарплата. Если сейчас доделаешь 50 баллов, да? Ну, в прошлом каталоге бы сделала. Вот. То там от 3000 зарплата. Что я говорю, так 720 же на 6%, а это у тебя 9% получается. То есть твоя группа делает товарооборот, если ты сама свой заказ не пропускаешь, тебе начисляется с группы 9%, потому что ты на 9%. Я вот на 23, я получаю 23% со своей группы, а ты со своей вот столько. Ну сейчас столько новинок, распродажи были, школьные водолазки по 119 рублей я набрала. Вот, вам же тоже надо в школу всего уже. Ну, посмотрю я каталог, ага, надо что-нибудь набрать. Конечно, и зарплату тоже. Если ты хочешь вести чат совместной покупки, у нас тут есть новая интересная тут тема. Ну, как, ну, слышала, да, совместные покупки ведут? Да, да, конечно. Вот, просто вести свой такой чат по городу. Люди добавляешь туда, соцсетей, знакомых, да, и... всякие там постишь интересные вещи, и плюс какие-то анонсы по продукции, и люди тоже заказывают очень много, вот. Так что есть такое у нас обучение еще дополнительно. А, забыла сказать, сейчас же 400 рублей за каждого новичка дают до 22 числа. Акция такая денежная, да. Это сколько? 10 новичков привела, 4000 рублей заработала. Просто так. А они еще порошок в подарок получили. Сейчас новичку порошок в подарок. Вот. Так что можешь тут активироваться, если денег надо побольше. В отпуск ты никуда не едешь летом? Нет, у меня бабушка очень болеет сильно. Понятно. Ну вот занимайся в интернете как раз. Если что, звони, чем помочь там по аккаунтам. Все, вообще пиши. Ладно, хорошо. Пиши, ладно, пока. Давай, пока. А, привет. Тебя хотела поздравить, во-первых, с выходом на процент. Ну, чуть-чуть тебе не хватило. 7 баллов и получила бы зарплату. Зарплата была бы... Вот. Ну, еще группа бы чуть-чуть доделала, там получила бы 720 рублей. Вот. Так что в следующий раз смотри, потому что твои 43 балла, если бы сделала 50, получила зарплату, получаешь. Ну, ну да. А ты 230 накопительных, ты их копишь, да? Или да, ты про них забыла? Да,
копишь. Угу. Понятно. В этом еще заказ не делала? На этой неделе нет. Я делала на прошлой неделе заказы. Угу. Понятно. Ну, каталог до 22 числа. И ты знаешь, да, я помню, акцию, да, что 400 рублей за новичка дают. То есть 10 новичков 4000 получила. Я помню. Угу. А сейчас, ты в квесте участвуешь у Руслана? Еще раз хочу. Квест у Руслана ты проходишь? Нет, сейчас я пришла на дачу, у меня интернета тут вообще почти нет. А, понятно. Поэтому, ну, в понедельник? Ты в понедельник, да, обратно? Ну, я не знаю, я пока в декрете, попала в погоду хорошая, в принципе, я пока здесь. Понятно, то есть тебе звонить в плохую погоду, да? Ну, мне когда плохая погода, звонить мне. Ясно. Ну, ладно, ну, давай ты тогда сама приедешь, меня набери, по аккаунтам там посмотрим, и твою ветку давай подтянем, раз она уже, там, люди делают заказы у тебя. Вот. Хорошо, ладно. Ага, ну, все, давай тогда. Спасибо, ага, давай, пока.